Всем привет, друзья! Сегодня я вам представлю нашу клинику на Гарибальди, дом 15, детская стоматология Dental Fantasy. Начинаем мы с улицы, для того, чтобы показать вам нашу возможность для парковки. У нас здесь стихийная парковка, но практически в любое время можно найти место. Сейчас мы будем заходить в нашу клинику, но хочу обратить внимание на небольшую приятную мелочь. У нас есть парковка для ваших колясок, велосипедов или самокатов. Мы заходим в центральный вход. Здесь обрабатываем руки антисептиком. И прошу обратить внимание, у нас есть прекрасные экологичные бахилы, многоразовые. На входе вас встречает наш доброжелательный ресепшн. К сожалению, сейчас из-за того, что все в масках, не видно, какие улыбчивые у нас администраторы, но они всегда улыбчивые и доброжелательные, и всегда помогут. Далее у нас с вами здесь прекрасная, красивая игровая комната. В нашей детской зоне ожидания, или в детской игровой, как мы ее называем, есть много вариантов досуга, начиная от мультфильмов, да, или кинофильмов, которые вы можете попросить выбрать, либо игрушки, наша прекрасная парковка, кухня, либо книги, раскраски, настольные игры, где компанию вашему ребенку составит аниматор. Аниматор поможет адаптировать ребенка в игровой форме к приему и сгладить стресс после приема у стоматолога в этой же игровой комнате. А это наша так называемая тихая зона ожидания, где предпочитают находиться наши взрослые гости, поработать с ноутбуком, например. Есть в цоколе у нас у дивана есть прекрасные розетки, где вы можете зарядить ваш ноутбук. А еще у нас есть пауэрбанки у администраторов, если вам необходимо зарядить телефон. Есть у нас возможность попить свежей чистой воды, выпить очень вкусный свежесваренный и свежемолотый кофе, какао или прекрасный выбор чаев. Мы сейчас с вами находимся в условно детской зоне, и поэтому у нас здесь детский туалет. Что это значит? Давайте посмотрим и заглянем. Унитаз на комфортном уровне для маленького пациента, гигиенический душ, если необходимо вдруг им воспользоваться, раковина тоже отдельно для маленьких пациентов на удобном уровне. Для наших совсем маленьких пациентов и их родителей есть пеленальный столик с комфортными вещами, которые необходимы для гигиены. Внимание, у нас здесь иллюминатор в кабинет рентгенологической диагностики. В этом кабинете мы можем делать снимки любого спектра в области стоматологии, как конусно-лучевая томография, так и интраоральное исследование. Пойдемте со мной. Этот кабинет мы считаем подростковым кабинетом. Все постоянные зубы, привет, ничего страшного, привет, мы лечим с увеличением в каждом кабинете, где лечатся постоянные зубы у подростков, и у взрослых есть микроскопы, потому что мы лечим зубы с микроскопом. Посмотрите, как у нас красиво. Идем дальше, мы переходим в крыло, которое считается условно взрослым. Видите, что цвета более выдержанные, взрослые. Здесь кабинет старшей медицинской сестры и склад. Видите, все служебные помещения закрыты кодом, это необходимая безопасность для того, чтобы просто случайно гости туда не попали. Обратите внимание, кабинеты у нас маркированы такими красивыми металлическими цифрами. И видите, цифра 7 горит белым светом, а цифра 8 горит красным. Это индикация занятости кабинета, чтобы не потревожить вас во время процедуры. А сейчас я вам покажу так называемую внутреннюю кухню, одно из самых важных мест в клинике. Это стерилизационная. Здесь у нас разделены зоны, инструменты заходят в эту сторону, здесь замачиваются, обрабатываются. Далее наши прекрасные медсестры их моют, чистят, обрабатывают, закладывают в автоклавы, и мы на выходе получаем стерильный и безопасный инструмент. Продолжаем наш рум-тур. Здесь написано «служебное помещение». Это шлюз, вход в операционную. Сейчас я вам все покажу. Это предоперационный шлюз, где врачи обрабатывают руки, потому что хирургический кабинет и операционная – это зона повышенной стерильности. Заходим. Это наша прекрасная операционная, красивый цвет стен и мебели. Обратите внимание, слева таким красивым стеганым чехлом закрыт наркозный аппарат. Сейчас он закрыт, потому что наркоз на сегодня закончен. Хотел бы еще показать вам наш прекрасный холодильник, что мы в нем храним. Здесь лед пациентам после процедуры, а что немаловажно, мы всем говорим и даем мороженое, даже взрослым. Пойдемте, это палата пробуждения. Здесь комфортная медицинская кровать с одноразовым бельем. Есть возможность расположить свои вещи. Я вижу, что восьмой кабинет тоже освободился. Давайте я вам покажу. Это кабинет гигиенический, где проходит профессиональная гигиена. Привет. Это наш прекрасный гигиенист Екатерина. Кабинет более компактный, потому что эта процедура такая быстрая, да? Но хочу обратить внимание на классное оборудование, на котором мы это делаем. Мы делали на эту тему посты и разберем, наверное, подробнее, чем это лучше для пациентов. Гигиене мы придаем очень большое значение и пытаемся наших пациентов научить тому же самому. Сейчас я вас веду
в закулисье, в куары, видите, написано «служебное помещение». С собой закрыл, чтобы пароль невозможно было снять. Он, Святая Святых — это ординаторская наша. Здесь наши сотрудники принимают пищу, отдыхают, мы проводим здесь собрания, обсуждаем клинические случаи. Ну что ж, друзья, наша экскурсия по Dental Fantasy на Гарибальди закончена. Ждем вас в гости с нашими маленькими пациентами.